На территории Карагандинской области с 1 февраля до 1 марта текущего года проводится работа по разъяснению временной регистрации транспортных средств, прибывших из Евразийского экономического союза. Данная работа проводится управлением административной полиции совместно с сотрудниками Департамента госдоходов. Прием граждан осуществляется в 8 ЦОНах нашей области. Работаем с 9:00 до 18:00 без выходных. За сегодняшний день нами проконсультировано 30 человек. Меня зовут Джексибекова Анна. Сегодня я пришла узнать, что необходимо для того, чтобы легализовать российскую машину. Мне сегодня сотрудники все разъяснили, все объяснили, показали прям по пунктикам. Действительно, все оказывается намного проще, потому что слухов очень в городе много, кто что говорит, поэтому я посчитала нужным прийти и действительно непосредственно со слов узнать, что и как там дальше. Жить как с этими машинами. В дальнейшем будете регистрировать машины? Одну машину, скорее всего, мы поставим на учет, а вторая машина более старшая, поэтому, скорее всего, будем ездить просто, ну, пересекать границу. Потому что мы работаем как бы летний период там, а зимой в Казахстане. Спасибо. Да не за что.